benzo, rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Купа грошей, купа часу, купа болі, і все це про татуювання. Але все ж таки дещо з чого міф. І про це редакція дізналася тут, на тату-фесті, який проходить на Морвокзалі і триватиме з 20 по 22 липня. Здравствуйте. Добрый день. Я вижу, вы засыпаете. Говорят, тату это больно, а судя по вам, вообще не больно. Нет, вообще не больно, отлично. То есть, тату это не больно. Какой? Обезболивающий крем. На самом деле все зависит от места нанесения, от объема работы, вот, от машины, которая ведется работа. Возможно, даже невозможно, а наверняка от красок, которыми ведется работа. Сколько стоит забить, вот, допустим, полностью рукав, да, цветной татуировкой? Для вас бесплатно. Нет, а если серьезно, вот сколько нужно денег, чтобы нормально, качественно, ну вот средний, ну или, допустим, вы сколько возьмете за забив полностью рукава? Рукав средний, он может начинаться от 500 долларов и до 1000 долларов, полторы тысячи долларов. Я бывший моряк, посмотрел мир, посмотрел татуировки и понял, что надо развивать это здесь. А на жене тренирует? Да, есть начальные работы на ней. Что это за работа, может быть, как она называется или что обозначает? Антистресс. Да, это реально морской антистресс. Здесь собраны все элементы в таком околомультяшном виде, все, что связано с морем. Ну, ассоциация Одесса, море, то есть все дела. Вхід на фестиваль платний. Вартість квитка – 150-250 гривень.